продолжение Hamilton Island. Дети. Вот такая вот одна единственная улица в окружении вот этой марины, где останавливаются корабли. Всякие рестораны, бутики, но очень многое закрыто. Вот там вот был ресторан Seafood. Теперь он закрыт. Айскримери, где мороженое продают, очень известное. Вот, вот такой вот антураж. Вот такие вот здесь вот на Hamilton Island в Австралии бунгалос. Вот так вот люди живут. У каждого есть вот такая вот маленькая багги, домик. И вот такая лужайка. Маленький райский уголок. Съемки. Hamilton Island 2022 год. Это называется Mangatree Kona. Местная достопримечательность и ориентир. То есть все знают, где находится. Вон пожарная бригада. Всякие автобусы, машинки, пустое здание, дом с привидениями, вообще там никто не живет. А вот там вот дальше марина. А вот местный резорт. Называется Риф. Такой вот дальше идем. Идем. И вот натуральный бассейн, там, где людям можно купаться. Одеть swimming suit, потому что очень много этих медуз козины, то есть одевают специальный костюм и идут купаться. Продолжается путешествие по Hamilton Island, Австралия. Вот кофе с халами. Такое вот заведение, где можно кофе попить. Маленький зоопарк. Common Blue Tongues King. Где-то он тут прячется. А, это змея. А вот такая вот лягушка. А дальше. Вот она. А вот такие у нас здесь в Австралии насекомые. Размером в кулак. Жуки. Австралия. 2022 год. Восход солнца.